кабинете. Сзади два трупа. Ебать, я бы пошел, я по синдролич вообще изи, блин, просто. Сейчас пока мне не звонят, позвонят Олег, надеюсь, он найдем смену мне, да? Самый там есть, мульнул, четенько. На мне контроль. Там сейчас упадет. Как ты ж, Бибок, тебе сколько лет? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Зачем? Ну, блядь, в смысле зачем? Просто интересно. Володь может мне ответить и все. Я подумаю. В конце правильно отвечу. Бля, Олег, ты понимаешь, что я сейчас до 27, но может быть уйду, я же написал. Кушайте. Ставьте шкаф. Огурца засунули. Мне же, кстати, сообщение пишут, типа, Бибок лох, типа, скрывает свой возраст. Какая тебе разница? Да кому ты нахуй нужен, чтоб тебе писали? Виктаня, не пались, пожалуйста. Клеим тут. Сманете, ребят? Да, сманем. Клеймин это МД. Все, я вспомнил. Не за что. Рохус ты мне. Клеймин. Клеймин, блядь. Ебаный жор. Был такой раньше у нас. Вар Клема, ебать. Он бы так вот не прочитал, мой, это просто леща был ебаша. Он, кстати, с Украины был. Страшно-то как. Ну ты Клёму помнишь, кстати, Олег, ты должен его помнить еще с древних, с давних времен, что ты за Аликах не ушел. Клеменс. Да, я знаю, Клеменс. Ну, и у него был Клёма, этот шаман. Не Клёма. Отец Агресс, ты тут? Все, маг краснопыл, короче. Раздайте там кулаки. Сангвини, раздай магам кулаки еще, пожалуйста. Нихера себе. Протопал, включай это на хилу. Серсея, давай, вправо уйди, а я влево. Серсея, влево, ничего, вверху. Включи на хилу эту печать, а то я тебя ждёт. Там сейчас ебашит багана, я ебал в рот. Что тут, что в ВК-теру босс? Ты ж висну, тебя один хуй убивает. О, 60 тысяч ты под прожимком сейчас съел бы. Как так? Ну, понимаешь, мой получаемый урон зависит от ТМТ. Если ты не знал. Ну, я знаю. От ТМТ и от резистора. Я на жиге, кстати, были собраны 3 головы, 5-10, там разные карты резиста были. Тьма. Жика, мани, давай, пожалуйста. У тебя еще 50%. Ну сейчас, давай.
так долго бил крышку, даже КД спал на ноге. Как взлетит Сакру? Давай Сакру. Я шутку придумал. Просто бибоп. Да. Бля, ты неудобно, короче, не так забито, как у меня. Я не могу, бля, говорить и дамажить одновременно. Мы так убьем, короче. Сейчас шутку скажу. Просто бибоп увидит тебя, эта девочка. Блять, вот смысл потерял, ёбаный, да. Ну классная шутка, нормально. О, всё, короче, ты ж бивол, классно, это классно. Увидеть тебя, эта девочка поняла, что у тебя не станет, она тебе дала Виагру, но у тебя один хуй не стало. Ну, типа, рост этой Виагра и один хуй. Не помогло тебе. А когда смеяться? Я понял. Хорош. Блять, я поймал просто момент, когда мне озвучивать я. Да, нормально. Сука, где эта ебаная шея, нахуй? Хорош. Надо кому-то подвеска. Она бесплатно идет? Да. Ага. Твоей мамке бесплатно идет. Да, за ГП. За ГП бесплатно, вот ПВП бесплатно, конечно, роли ебать, вот заебал. Ладно, пускай лежит. Заебал, вон дай пацанам, которые типа что-то будет. А вот Верак не ориент нихуя. Угу, как же. Пиздец, я на этом где его не разу. Бесплатно, надо кому-то. Бесплатно. Давай. Это что бесплатно? Это тринку ролим бесплатно? Клейман выиграл. Клайман. Покоритель. Еще один. Разбойник, рыцарь. Руид. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. У тебя в сумке заполнено все. Удали что-то. Ну, блядь, кидай мне, заебал. Поздно, блин, базар. Так, ты ж бибок, не он первый токен-то забрал? Нет. А. Ну вот, вы суки, ебать, знаете, что я сейчас отвалюсь? Ну, что я предупредил. Ну, пока не звонят, я слушал память. Просто вероятность, что два токена упадет, а один из них точно упадет, а я хуй заберу. Да похуй так на самом деле. Тут ёбаная сова 600 косты, это, блядь, что за сова, Антон, прикинь? Сова 600 косты, блядь. Бибов. Не, не красиво. Танка хилить будете, не? Ну, я иду. ЦС, хиль танка. Слышь, Олег, прикинь, сова 600 косты, блядь. Меня там мир ебал. Просто там для такого чехона. Дальше не агрите, надо реснуть мне. Огурец, ну кричи на хп, блядь. А, огурец кричит, блядь, возьмите гильдию, а ты где кричи на хп, блядь. Не знаю, видео, ауе, метки расставлять, слышишь, видео? Хитни от всех у меня. Колбасит таванька, он будет расставить метки, не мог пойти чисто курить, но перехилить, не отвлекать. Так, Олег, ты что? Мамку, короче, бейте. Врез сейчас быстрее. Багель,
тупик не станк, это Даниил отошел. Короче, похильте пока там сами. Да ты думал пару минут. Не, хуевая идея, слышали? У нас поле пала нету, сейчас, блядь, проебемся. Похильте, алло. Алло. А, блядь, алло! А где хилл? На хилл, ёпты, дрочь, это лес съебало, поле пала нету. Вара влетел, в углу бы ты протопал. Вам сказали, не бегите, резать будем. Так мы резали всех. Как там два тела было, бежит. Да, вытягивай, один танк по одному, попробуем ебашить, нас всех не ебашить. Этого, воительницу вытягивай одну в сторону, пожалуйста. Вот вправо, вот к этой воительнице, во, четко, и бейте зачем этого. Зачем его? Вон там моб стоит, его пускай добьют сначала. Не, Антоха, полководца, дай ему одного. Полководца забери. Там вон моб по рейду ходит, блядь, а не полководца. Не, он не ходит по рейду, нормально, его бьют этот. Чё-то. Полководца надо, вот ты там три штуки, все. Набирай агро и кайте, Антоха, потому что хила хуй знает, не хватит, я подбил. Бейте полководца, который в стороне стоит. Так, вот еще два. О, блядь, Антоха, Вот вы так таунтите, блядь, один стаунтил, второй стаунтил, вот весь трэш и по рейду пошел, блядь. Не, я думал, он того и стаунтит, вытянуть от тебя. Не, просто есть другой танк, который это делает, а так по 40 человек таунтит, то там сова какая-то, то там фури какой-нибудь, там то ДК еще кого-то стаунтит, потом он придет, ваншотнет и пойдет по рейду. Не, есть танк, пускай таунтит. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите королю лечу! Да, коробку есть сова, которая таунтит, и иногда она таунтит так пиздато, что это помогает рейдингу. Баф, и дайте крылья. Сейчас я покажу господину. Приста баф. Давайте все бафы там подлили. Багел в танке, что ли? Я думал, в ретрике. Ну, трэш спекался. Помогай. Я думал, там только Даня и ДК спекался. Ну, Даня спекался, его нет. Не дайте Фингельштейну пустить меня на опыты. Шути рыбу. Блять, тяжеловато, блядь, очень жестко. Бегайтесь кто может. Я могу зайти на полипала, но, блядь, в портал я в ебану летать не буду. Блять, нахуй тогда не нужен ты. Да мне просто у меня этот, я вот вообще вот сколько раз летал, я не понимаю, как они их ловят. Я к ним подлетаю, у меня, блядь, все время мимо проходит, хотя, блядь. У меня есть огневый спектр. Кому каску, пишите там в чат. Это говорит. Все, я подамажу, короче. Плохо, наверное. Ну то бахните. Короче, пока ты раздуплялся. Короче, я с СС на Вальке. Дарксайд на Вальке. Остальные на рейде. Я... Идите танки агрить, я пошел, короче. Раль, покидай поездку, пожалуйста. Не кидай ей поезд. Это все потому, что ты слушаешь рэп. Герои, вы должны мне помочь. Нет, это потому, что она за Реал болеет. Че, поднять? Поднимай. Алло, танки, как дела у вас? Молота нет у вас, да? Ну, а что такое КД? В смысле КД? Мы только, блядь, спулили пидоров этих. Ну, там 4 моба, которые идут на всех.
на всех людей. Ну, у тебя молот. Разные таргеты. Ну. Я не говорю про танки, я говорю про молот, блядь. У меня сейчас в сторону отбежал. Дал старт-пол, у меня тут рейху, но нет, просто в этом долбе. Это просто ты рэп слушаешь. Нет, там не рэп, там... Не. Ну хуйня и рэп одно и то же. Ну тут можно согласиться с тобой, но, блядь, слева, сверху, бейте педиков. Ну, слышишь, Антоха, лучше, блядь, слушать трэп, чем быть педиком, согласись? Если тебе другого выбора не предоставляет, я тебя сочувствую. Даже так? Не, нахуй там, иногда бывает, в принципе, блядь, нормальные темы. Кто-то задвигает, пытается. За жизнь, да, там всякое. Чё, если бы там послева? Просто нормально все? Нормально, нормально. Просто тут, короче, можно, да, перебью? Тут, короче, с девочкой познакомился, он на Баду. Блядь, звонят, сука. Танка до сих пор слева нету. Блядь, танк слева, ты пидор, короче. Так у нас справа, нет танка, точнее, ФК. Справа. Ну вон он стоит около шкафа ФК. Короче, слышишь это? Олег, тут нет? Да, да. Какой танк ФК что? А, да не беру ФК что. Ну лучше ты, блядь, не тикай, пускай тащат ребята. Этот, Олег, мне отойти на... Как отойти? Найдешь, короче. Да. Слушай, я схожу, интернет будет. Видишь? Синдру Ильича найдешь, слышишь, Олег? Окей? Ну, хоть ага. Тихо, да я уже камень прожал, все, чтобы вам без проблем не создавать, мы просто уже зашли, все дела, движ, хуй. Старя. Давай удачи вам, ребята, лута, перенат и киль, короче, чтоб выпал. И токены, блядь, скрипля. 5 коней. И талисман, и 5 коней, но... За кого зайти? Там у Урэла спросишь, все, давай удачи вам. Я не говорю, давай справа, если его будет. Два хила хили. Петля на танка. На оф. РДД плащ. У кого выше парень? От души или Клаймен? Ладно, пускай будет не от души. Не, спекнуться обратно в ШП? Да, на трэше в ШП, а потом в ДЦ. Клаймен Эрдрожа вроде. А, ну да, кстати. Здесь что, по спеку, да? Или то, что надо? По спеку. Что значит то, что надо? Это не на Эрдру плащ. Это на я в курсе, что не на Эрдру. Тресни мне, Олег, на лифте.
Нельзя резнуть тебя. Беги. Ну, я, короче, долго, наверное, буду бежать. Да, хулипалы подойдет такой плащ. Че там, рейсаться можно или вы его запустили? Мы должны прорваться к Синдрагосе! Скорее! Давайте рейсать, и мы вас засмоним. Заходите в инст. Хотел в целка еще пойти. Так, все здесь. Надо запустить его в центр. Станьте, отойду на пару минут. Походу за это банят. Не повезло, надо дальше делать. Нарисните, пожалуйста. Что-то все убежали. Ой, висит еще. И поставьте мамонта. Стой. Ну, спасибо. Поговори со мной. Приходи еще.
ваши души! Спикните ДК, короче, танка. Я пенотавил на синтру. Срочно надо. Скажите Олегу, ладно? Угу. ПВГ пойдет кто-то? Пошли танка, ну. Сейчас зайду плюс ему. Реви. Так, Ваня тут? Да, тут. Там Денигеров. Зайдет или нет? Ну, он отошел 3 минуты срочно. Какой сила отошла на 2 минуты? Короче, на тебе РЛ, пока я... Мне надо отойти на много времени, на минут 10. Сейчас пошел? Да, отойду сейчас. Так, что у нас? Кто у нас там БДК? Виами, да? Да, Ньюро. Заходи на рогу давай. Кто там может в танк спекнуться? Там медведь может есть, кто-то есть. Цикните. Я могу на танк зайти, просто вара здесь оставить. Все равно на слуге сегодня. Давай. Так, значит, надо хилы, пятая пати хилы. Еще один хил надо. Кто там спекался? Кто хила может? Там Сангвини. Давай Мизантроп спекай Севердру. Смотри, не будь в ретике, там вдруг спекнулся, нормально захилим. Так, тыкайте на сул. Витамин, весайте. А ты варом не можешь потанчить? Там чарок и камней нету, и 6 кдс. Че там айстом заходи. У тебя там клык есть? 4-10 есть? Ну и все, здесь. Это вообще, я тебе говорю. Какая? Прицел, как ты с нами? Нормально. Решил, уже сказал, что уйдет. Что это за новоиспеченный эксперт по протоварам? Войт, а ну дай ему пизды, что он тут рот открывается про товаром. Есть там ВРК какой-то ТД Синдралич? Кто-то захочет? Бульдог мы спрашивали. Бульдог, заходи. Так, кем там? Сейчас скажу кем. Мунка и Дани Герл, поставьте 8-ю группу, пожалуйста.
Бульдог, заходи, кем хочешь, все есть. Только нормально ДД. Ну, кстати, да, можно было в два протопала потанчить и не вешать конусу ТД. У меня еще папа ДК есть. Мне не срать на ТД. Ваня. А? Хоффман, только поставь восьмую группу, потеки, пожалуйста. Сейчас. Смотри, там бульдога. Так, давайте тут давайте мазбаф, хилы, пятая пати, 5 хилов, ДК там новый, конус будете напуливать. Чек на АФК, на пул. Так. Мой диплом, нет души, диплом где-то там, диплом и клаймин. Че там клаймин не хватает, пиши. Сейчас, секундочку, грузится этот хилбот сбитый. Релок делаю, клаймин. Давайте, не отходите, сейчас будем начинать, вдруг заходит и идем. Не запустите только. Скажешь, когда будешь готов. Да, давай уже. Давайте спускаемся. Выпускаем. Диплом, где ты там, подходи. Килимся. Ты фрошмот одевать не будешь, Дани? Бля. Давай быстрее кольцо и тапки одевай. Три хила собачок, к Америке там без фанатизма. 4 стак, ну и все. Если умираем, там будет как бы даваться на притяжках, кто умирает на бомбах, кто умирает на переходке. Беги, малыш! Бежим. Так, не резать, вот эти синдру сейчас будет взлетка. Скидываем стаки, фридом, БДК, метки вниз, рейд наверх. Так, БДК в метке, протопал, поймаешь. Так, смотрим, между глыб падает. Бейте только точечно. Давайте, печеньку не бьем, там прячемся. По центру падает. Бейте левые, правые, центральные бейте. А в другом не бейте. Не, пока не. Дарксайд, снежу потом на переходке. Разбиваем. Куда? О, протопал, блядь. Чё ты? Так, Дарксайд, резай Клаймена, Клаймен, резай Ракша. Падаем. Привет, Антон. Здрасте. Как дела? Походу хуёво. На неё танк не работает, пока она вот прям, блять, на лапу своей не станет. Ай, подожди, работает что-нибудь. Я на неё юзнул, она, короче, дальше побежала. У меня танк когда.
потом у нас за глыбы забежал и, короче, типа не в поле зрения. Ну да, два таунта промазать это. Чё там, кто не сдох, там умираете. Сейчас там Олега выкинет. Заходите, кто там. Вару тоже можешь дать ПП. Так вар на втором окне можно не рисовать. Вару. Больше ты в раз не попадешь, походу. Давайте, подходите, кушайте рыбу. Пока бафы не давайте. А, присмотрите, пожалуйста. Дайте шкаф. А кто в БДК? Ваня? 5. Ну, Конус, наверное, в БДК. Дэнни Йорл в БДК спикается. А есть Конус в АДК? Ну, все равно, кто хотите тут танчить, там в АДК спикнитесь. Ну, в БДК у меня, потому что там без сокетов. Да все, я ухожу тогда, я на вара обратно. Давай. Дайте шкаф. Огненный зев, он очень редкий такой, да? Да. Все, давайте, все, дайте фулбаф. Дэнни Йорн опять будет танчить, так что на него напуливайте. Одна штучка 150 голды, блядь. Фулба 140 продать. А у нас тут эгдру, это нормальная функция? Да? Три эгдру, это нормально? Конечно, нормально. И 5 бывает. ДК, заходи. Вопрос в том, нормально ли это эгдру? Как долго грузится. Давай, ДК там. Бубном потанцуй, заходи. Давайте, все тут, чек на пол. Так. Да, диплом, нет души, даже сайт. Давайте, все готовы, идем, спускаемся, хилимся. На ком будет ослабленка, там ничего не стакайте, просто хлопнули и вернулись. Да нормально, может это мажет.
посмотрим, притяжка сейчас будет. Беги, малышка, беги! Джим. Дайте боб по Дарксайду. Да, нормально. Садут эти взлетка сейчас будет. Давайте, рейд наверх, метки вниз, только ставьте их. Не так кучно. Давайте вниз пошли. Так, сзади на лестнице с правой стороны. Печеньку поставил, ее не бить, там рейд прячется. Бейте крайний правый, слева падает. Крайний правый бейте. Справа падает. Так, стоп по правым. Правый стоп с правой стороны падает. Сейчас крип там разобьют, наверное. Это разбиваем. Отнежно. Так, 4 хила с обожженкой, милихи, 2 стака максимум, не вздыхайте. А то ГП. Китяшка, готовьтесь. Жим. Два хила с обожженка, нормально. Теперь бессильно. Садут это сейчас дотка будет. Можно мы уходим? Нет. Нет. Перед наверх, метки вниз. Доспех на себе не бахнул. Пожалуйста. Лошара. Микантара. Так, с правой стороны близко падает, аккуратно. Метки бейте точечно. Печеньку поставил, печеньку не бейте. Так, по центру падает. Не бейте печеньку. Так, кто там? Дарксайд, резвый. Кейсбэр. Справа по центру. Резвый нет души. Так, стойте, не бейте. С левой стороны падает, печеньку сейчас разобьете. Все, разбиваем. Резвый нет души, добивайте. Захилите его сразу. Дайте там по нему какую-то каску, пристабав лапу. Так, два хила, нормально. Все метки будем под босса нести, рост давать не будем. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Смотрим, метка. Силовый пошел, ушли милики. Сразу разбиваем. Разбиваем. Следующий под босса будет притяжка. Коробку с подбосса, ушли милики, эту не бьем. Тейм ждем, скидываем стаки. Не бьем. Не бейте след. Следующий тоже подбосса. Разбивайте. Бульдог подбосса, не милики, ушли милики, не подходим. Разбиваем сразу. Так, один хил. Нормально, следующий под босса. Арина под босса, ушли милики. Так, разбивайте сразу, следующий в сторону можно будет понести. Разбивайте следующий в сторону. Ракшас в сторону, милики, идите ковыряйте склеп. Давайте, милики, склеп бейте. Следующий под босса будет притяжка. Так. Какой сильно готов гимн на хп, если что дашь.
Слава подбор, а милики ушли. Хильте Веракта. Ушли, милики ушли. Этот не бьем, будет притяжка. Этот не бьем. Скидываем стаки. Следующий в сторону и добиваем. Скидывайте стаки, потом добивайте. Все, в сторону. Дарксайд в сторону. Добивайте Синдру, склеп сам слетит. Чего я специально склеп славы там сбили? Нет. Так, я говорю, в сторону. Там сбейте сразу склеп. ГЦ, Влад. Так, коготь упал. Там кинь роллоти сразу, дам его. Еще раз киньте, что не в пати. Так, защитника рольте. Кто там осколки ролит? Богер забирает. Надо кому-то обычный покоритель завоевать, стоните. Валька, не бегите, не бегите. Ступан близ такие. Теперь у него гордости на неделю будет, затроллил пацану. Да какая неделя? Мувик записал? Мувик. Ну да, вырезал. Вырежи шутку эту в группу, ну конечно. Орелогу еще. Похер, Виталий, давай скинемся. У меня всего 50, как бы. Ну-ка, щу, 50 придется. А теперь вы скажете, ваша шутка не так хороша была, да? Идите-ка вы нахуй. Что там, Олег? Блять. Я так и знал, подхали ему, блять. Олег, ты с нами там? Не, мизандро, будь в хиле. Да, я тут. Ну, сейчас кину. Убили Синдру? Да. С первого трая? Да, с первого трая, нормально все. Еще Гагари в аду. Нашли голды? Нет, нашли. Мы создали группу там, чтобы на поиски голды как бы. Там пока не вспомните, бафайте, ту на минутку бил. Кто хочет принять участие там? Давайте одна, один трай, потом мне опять придется отойти. Кто-то поирелит. Чё, ты там Мивину залил, что ли, или чё? Да, Мивину залил. Блендер. Так, вашего тела нет в этом подземелье. Давай обмен. На кладбище. На кладбище. Войт, а какой бы ты синик сделал, если бы у тебя не было на чарах приставки Войт? Какой бы ты синик хотел? Вот представь бы в параллельной вселенной, и тебе не надо вот этой херней страдать. Какой бы ты ник придумал? Маните. Это смешно было.
Так, чек на тактику. Ингвени, станешь кружок, багельф, ромб, враг, трусы. Как сейчас таймер по валькам? Первые вальки, потом осквернение, да? Вторые вальки. Нет, второе, ну, второе осквернение получается. Ну, на вторых вальках после первой валькиры, когда первая спустилась, и на второй валькире осквернение. Ну, на вторых вальках надо разбегаться, да? Ну, да. Да, первая спустилась, она, короче, сразу бежать. Хорошо. На вторых разбегаемся, только хилы в центре. Или. Давайте все в центре будем, да, так веселее. Да скажу, Ники, вы бегите. Там если косноязычие кинуть проклятие, то дольше будет. Ладно, отойду пока. Прибухните каску, помогам. Что, Олег пришел покашить или что? Ну там... Ну, блин. Ну тоже там пару минут отойду, там, если что, меняете. Ладно, тоже пойду 5 минут чай попью. Если что, то нет. Слишком далеко. Ваня, Варенька, ты тут? Много кто отошел. А что там с ловушками? Сейчас куда кидается все это? Они на тотемы кидается? На нет, на танка могут кинуться. На БДК. И активируются через 3 секунды, очень быстро. Секунду, Ваня, ты пришел? Ваня. Ренька. Ваня. Иван.
Где, говорит, пицца такой? Такими темпами сейчас она разродится. Ваня, ты тут? Клайман, Минск, нет души. Клайман тут? А нет души. А, ну давай без Минска начнем. Пошли запускать. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне так, по инерам. Мизантроп. Коровкус, Андексу. Дарксайд. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Сырсея. Возьмите каску, помогам. Клайман себе зальешь. Да не надо, Тимона, ты не судишь. Но лучше Сырсея залей. Каску помогам, пожалуйста, ребахните. Да только что ребахнул. Враг, давай каску. А, вот, все, вижу. Это Сандара? Эти как была каска, если чё. Там дайте Минску СС. Минск. Да нет, но Пэти не было. Не СС, а... Да, вы поняли. Дайте Минску СС. Так, чё-то... Серсей, кинь на протопало орех. Выражение. У меня макрос, нам буду кастом. Ну, буду сбивать тебе, значит. Эти не сбивать. Так, перебежали. РДД, перебежали. Сейчас будет чума, смотри. Этот коробку снеси. Торбидет побежали. РДД побежали. Заражение. Точнее, сова, улетишь, сова. Циндара вынесу. Блин, я не вижу. А, все, есть, не спорю. Что, не вижу даже рейд. Так, побежали, РДД. Стойте в звезде, а не где-то в жопе, там, чтобы потом не летать. Не расстраивать не надо. Бежали РДД. Сварка, сейчас забери мизантроп, нет, мизантроп! Какой пидор его пьет? Так, выстрел, поднимай мизантропа, медики побежали. РДД в дрочке. Веди в РДД зону плечо. Так, давайте все на краю. Надо ехать, что там стоят, все пошли. Протопал, протопал. Ну, ловушка, на мне чума. Виами, что ты там стоял? Иди неси чуму. Тинвини, давай капли на Веракта. Оптимус, давай гейм на ману. Серсея, давай ТТ. Стоп, все стоим в звездочке. Ну, в звездочке на второй фазе. Нинеры там позаливаете. Там, Ракшас, давай СС на Дэнни Йорла. Проклятие, Костное Зычье. Клайман, подымай Сангвини. Так, даем бафы по палу, по сове.
Ты же наполиваешь. Так наполиваю я второго. Ну так это не вам. Надо же наполиваться. Ты живой. Добейте моба там. Добейте. Сфера. Вот, стали все в звездочку, вот так вот, в звезду. Просто. В звезду в одну точку. Если буду смотреть, кого сливать. Так, первую слить, вторую слить. Я. Все три надо слить, я в Вальке, да не герой, хилим. Заражение захилим. Скирнение 5 секунд. Будет бача. А где кош? Где кош? Нище. Кровку, блядь, что ты делаешь, пиздец? Падает, короче. Слава, слава. Как это, но? Подонок. Подлец. Ну, бомба вообще нормально будет, если не знаю, что там сделать. Не, ну ты, конечно, мог бы ванишь поражать, но нет, ты выглядишь нормально. Поздно. На переходке? Наоборот. Чем потом я даже на нее умереть прожал? Нет, как раз когда осквернение выносил. Ну ладно. То есть ты вынес лужу в подвале? РЛ. Я в бок побежал и ваниш нажал. О. Там просто сова упала сверху. Так-то в луже не стоял. Ну то есть сова упала от ниоткуда. С пальца упала. Из ниоткуда. То есть ты в подвале был? Нет. Что они в другую сторону летели. Кровкус, ты видишь, что я тебе снял ВП? Зачем ты пишешь дальше? Так он пишет норм. Что-то говорит, надо Войду еще дать. Блин. Войду всегда мало, блядь. Глыба снимает лужу? Нет. Я есть не могу эту рыбу. Не знаю, что мне, блин. Да, успел сам именно как раз вот эти 5 секунд. Сайт. Все, давайте бафайте рейд. Чек на пул. Все, я запускаю. Десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твоим.
доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в них, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель себя. Слышно? Да. Жаль. Давайте побежали в звезду. Ну, чума. Миники ловушка. Череп все. Кто улетает, глупарь. РДД встали, будем чему выносить. Что, бьем, падаем? Что? Падаем. Как взорвал? Не знаю. Самогон, наверное. Псих. Надежда тает. Обосравшись раз, это стало традицией. А именно на платформе выключили, да, блинк в прыжке? Как у них ума на это хватило. Ну, наверное, взаимно спросили, как. Отлично все знает. Как на видюхе? Смотрел, да. Говорит, у меня что, сегодня день рождения? Эти ёбку пришли меня развлекать, говорит. Тыкните на сумму. Так, фулл баф, давай. Товаром еще будем дать. Каску там раздай всем. Шелест. Бафы. Бафы.
Хотите врец мой диплом? Мой диплом. Чё там? Как думаешь? Думаю, беда с твоим дипломом, чё-то. Тут я ж подтвердил. Ну, не показывай. Ладно. Смелики, бегите сразу в череп, когда ловушка кидается на мелюзу. Какого-то бафа не хватает, не могу понять какого. Все есть. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так, герои, в атаку! Побежали РДД, звезду. Чума, Фэдси. Крипл стал. 2 секунды. СРС. Сам в нас себя не спишь. Так, РДД побежали. Звездочку. Встаньте вот сюда, в звезду. Сердце встанет звезду, соло это, все в звезду, это не звезда, побежали опять в звезду. Чума сейчас будет, смотрим, изантроп унеси. Милики ловушка. Миленький ловушка. Дарксайд, поднимай багетку. Для души чума. Сорсяя чума. Молодец. Побежали РД, да? Бафаем ретрику. Нелизон, давайте в РДД 1% переходки. Сангвини, давай капли на драку. Давайте все на край рассосались. Оптимус сейчас поедет гимна ману. Серсей, давай тотем, не нарезалили. Рейндж набрали. Дистанцию. Шуском? Да. Нет. Шарик надо сбить. Все, последний был. Давай, убивайте его. Да, конечно, молодец. Шар сбили, дайте баф по кресту. Все в звездочку. Давайте варки бьем. Все надо слить. Гигпады, блин. РДД, хилы сразу по краям, скоро осквернение, осквернение дедмайн, просто сейчас повезло. Повезло. Давайте, Ром, добили. Стука еще. Все, РДД на рейндж.
хилы под босса, протопал тоже под босса. РДД на рейндж вышли. Мелики вышли на рейндж. Все, хватит бить. Хилы в звезду. Так, сливайте трусы, все в трусы играть. Замедли трусы, слить трусы. Давай, пробуем. Надо трусы слить. Давайте, есть еще шанс. Так, РДД хилы на рейндж, искренение 10 секунд. Так, стан на без КД, да? Целвини, без КД, да? Сейчас осквернение, мелики вышли с осквернения. Так, все в звезду. Все в звездочку, станет сейчас будет Вальки. Ромбик будет, Войд, стань ромбик. Кружок играем, я в кружке. Кружок играем. Кружок трусы. Осквернение 3 секунды. Все в трусы сыграли. Все. Осквернение с центра вышли. Так, давайте звездочку становимся. Так, станы вальком и переводим. Ну да, только верак станет. Все в лича играем. Все в лича, нет времени бить вали. Так, ну одна улетит. Две остальные остались. Все на край. Чуть-чуть не хватит. Бля, еще и хан, пиздец. На пула нету. Кто срывает агро ГП? Давайте звезду только играем. На пула нету. Дедмайн, давай пойдем на ману. Ставлю тотем. Инеры заливаем, обновляем. Шарик бьем. Все, играйте в следующего духа звезда. Листы, шары бьем. Что-то близко они идут. Все, переключились в другого духа. Сейчас метку поставлю. Все, только звезду бьем, следующего духа не бьем, будет переходка сейчас. Духа заберите. Все, только звезду бьем, а духов отошли, под можно не стоять, бейте с эти на кого шары. Все, можно бить духов. Давайте в кружок становимся. Серсея, давай чешку. Все в кружке. Кружок встали. Все, можно бежать. Давайте в кружок сюда, там бомба впереди. Ждем, пока хлопнет. Все, побежали. Они задержкой взрываются. Ну тогда бежим быстро, пошли. Вот так бежим, вот так. Там секунды три они лежат на полу. Хорошо, давай остановимся. Что-то тут бомб нету. Можно даже вот так ходить. Так вот. 5 секунд до выхода. Будем бить звезду. На край духов. Все в кружок. Все в кружок. Сейчас повешу метку, подожди. Звездочку играем. Лича веди к звезде. Слушай, смотри, лича веди к звезде и забери духа, только чтобы дух не дыхнул миликов. Протопал, похлопай духов. Все, протопал, иди хлопай. Бейте звезду. Уйдите все по духов. Духи идут на рейд. Осквернение сейчас будет. Внимательно. Так, коробку со осквернения. Повезло. Так, все, давай, на другой край веди лича. Там, где кружок, веди лича сюда. Так, есть.
Давайте в кружок. Всего побежали. Ты что ты такой быстрый? У тебя там что, чарки на обувь? Не, просто надо быстро идти, чтобы не получить урон. Прям на тапках вперед пойти. Да, оп. Так, так, бомбы там нет. Ждем, пока взорвется. Обжар. Теперь она так медленно взрывается, что здесь нереально умирать просто. Так, давайте в прыжок. Духи спустились. Осквернение на лече. Иди взрывай духов. Все, пошли опять в ту точку, где стояли раньше. Тогда мы хоть поставьте. Согласен. Забыл. Так, духи спустились. Все к личу. Скринение закончилось, все к личу. О, мой диплом Минск, Косин, на них души ловит духов. Ты вымываем, хопы. Что сейчас комната будет? Сейчас осквернение, по идее, должно быть, но его не будет. Я себе жирный ДК, 100 тонн. Ну, погнали, погнали. Кружок. Все в кружок. Тотема поставят на хаст. Никто не ставит почему-то. Так, ну открыто, наверное, спидхаст использует, так что можно на скрин и на форум. Наверное, у меня ботинки на скорость, а не на меткость и крит. Давайте по углу, там рядом бомба просто. Фу. Так, стоим здесь, там бомба впереди, ждем пока. Все, пошли в кружок, духи спустились, скринение в центре. Осквернение сейчас будет. Сейчас спустятся духи и осквернение. Осквернение, Иракт. Пойду повзрываю духов. О, как они летят теперь. Хорош. Это просто кто-то их контролит там тайфуном или что-то такое. Может быть. Нет, это точно прям.